Сижу я такой, чилю, да, играю. И замечаю, что камера устала. Заепумба. Здесь нихера нет больше. Мы взяли здесь аптечку, пакет с кровью. И нормально. Куда, куда дальше-то? Я так полагаю, на второй этаж, да? Знаете, что, куда бы я хотел сходить в первую очередь? Это в басимент. Потому что в басименте, я помню, есть какая-то плюха, которая мне очень сильно поможет. Бля. Женщина, я на прием не хотел! Я не по записи, я спросить просто! Чё же они такие все непонятливые-то? Come here! Умайла, му. You're a fucking dead. О, о чем я и говорил. Очень хорошая штука. С этой штуковиной мне теперь никакие зомби не страшны, потому что она просто может ваншотать большинство зомбарей. Еще с ней можно камбухи делать. Закрыто, значит, дверь можно будет открыть каким-нибудь ключом. О! План Б? Чё, можно мне ее убить, пожалуйста? На, по яйцам. Хотя у тебя их нет. Ай, блядь, столько хп сейчас потратил, просто жопа. Окей, дальше идем. О, какой ценой же я тебя достал? Окей, поехали на второй этаж. Теперь-то мне вообще похер, я с такой штукой, конечно, правда, я и управляться не умею, как вы уже поняли. Вся проблема в том, что когда ты поднимаешься на этаж, ты не можешь в этот момент выключить фонарик. Алло? Окей. Вообще, первый Silent Hill, он самый стрёмный из всех. Бля, вот это, конечно, подстава сейчас жесткая была. Я думал, сейчас на лифте проеду. А мне не дали, значит, придется идти по лестнице. Ну твою мать! Ну, благо здесь уже никого нет. Я надеюсь. Блять, я не хочу умирать, вы же это понимаете? А, ладно. Вот эту женщину надо будет. Минус один. Сейчас будем делать минус два. И знаете, на эту я готов потратить свинца немножечко, потому что как бы... А почему нет? Почему нет? А почему... Гарри, ну почему ты такой тупой? Что-то тут написано. А это список, ничего интересного. А это список, пустая пластина, висящая на стене. Какой-то список! Пакет с кровью здесь пригодится, потому что, как видите, это говно. Оно кровь там пьет. И как мне кажется... О! Ну возьми. Пластинка болванщик. А чё, больше тут ничего нет? Печаль, обида, скорбь. О! Лежать плюс сосать. Что тут у нас? О, зажигалка Зиппо. 10 дверей из 10 просто. Опа. Якая-то записочка. Ну-ка. Облака плывут над холмом. Чистое небо в солнечный день. Мандарины горькие на вкус. Счастливый четырехлистный клевер. Фиалки в саду за окном. Одуванчики на обочине тропинки. Неизбежная пора ложиться спать. Жидкость текущая из перерезанных вен.
Прекрасно, прекрасно. Пушкин просто гений. Четыре квадратных углубления. Блять, что за... Бля, тут еще и думать надо. Куда вставить? Скорее всего, нужно собрать все пластины и уже потом думать, куда что вставлять. А, наш мужской закрыт. Женский тоже. За помню. Закрыто. Классно. Опа! Список с Тереза Файн. Подожди. Это этот. Блин. Ага. Существует такое понятие в, я не знаю, в криптографии, написании каких-то кодов или еще что-то. Если, короче, прочитать первые буквы вот этих вот имен, получится слово страх. То есть туда я по факту вообще не могу пройти. Подожди, Сестринская. Через Сестринскую, но там мне надо будет. Мне нужно найти отвертку первым делом. Я не помню, куда идти. Это главврач проснулся. Блять, ну если я вот приду без фонарика, вы же меня забудете, да? Главврач просто проснулся. И все, и теперь он будет мстить. Лежать плюс сосать. Так, окей. Продолжаем наше неистовское приключение. Эту дверь заклинила, сюда пройти нельзя. Эту дверь заклинила, сюда пройти нельзя. О. Еще один! Это его заместитель. У вас ангина, я так понимаю. The last one. И сохранение. О, бой, это прям вот то, что нужно. Вот почему эти звуки здесь случаются? Ну зачем? Ладно. Спасибо, что посмотрели этот видос. И нет, я не вернулся до конца. Нет, я здесь так, проездом. Может быть, я выпущу 2 видео по Silent Hill, может быть, 3. Фиг его знает. Никто не знает. Никто. Но в целом и в общем, хочу сказать, что... Да. Да. Я все еще жив. Не переживайте. Все нормально. Может быть, когда-нибудь вернусь. Что ж, ладно. Спасибо, подпишись, вдарь по колокольчику. Удачи и пока.